Всем привет, ребят, и сегодня с вами Табу Нанобит. Вы заметили? Что-то знакомая фирма. Не будем вдаваться в подробности пока что. Посмотрим, на что у нас игра. Табу Сторис называется. Разрешим. Воу. 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 Короче, понятно. Вот это мы. Чё? А, прически вообще круто. Да пусть бесплатно, бага. Пока что я не знаю, как тут заработать кристаллики, поэтому извиняйте. Погнали. Кстати, классная белишка у нее. Как тебя зовут? Д. Ага, вот так. Джуди. Окей. Слушай, ребята, вам не кажется, что это от ребят-то Life Six? Подождите. Называется Табу Сторис. Любовные игры. Знакомая фирма до ужаса. Ну какие люди. My Story от них же. А я думаю, что за хрень? Знакомый текст, знакомый. Графика, конечно, стала намного лучше. И ребятки, прям вот, прям смотрю, такие в топе. В топе и без меня. Ребят, естественно, я серию сейчас выпущу. Счет кристаллов, конечно, тут хуже, чем Life Six, очень хуже, но будем как-то стараться искать кристалльчики на каждую серию. Если вам интересно, то, естественно, ставьте сейчас серии тут по 10 минут раньше, по крайней мере, я думаю, будет так же не увеличить, они, скорее всего, хронометраж. Если вам интересно, то, конечно, подписывайтесь на канал, я буду тут записывать и еще раз сказать записывать. Все, не отвлекаю. Ты, может, трухана оденешь, ёпта? О, что одеть клуб? Ну, что одеть клуб? Ну, конечно же. Блин, ну тут хоть костюмы просто вот, блин. Кстати, любой костюм тут просто огненный. Ну, не огненный, ладно. Очень хорош. Во. Красотка. Угу.
что? Что не так? Конечно, безумно наряд. Мы же выбирали. Ну ты и дурында. Да, отлично. Кстати, русский язык тут неплохо переведен. Советую, ребята, поиграть. Но я думаю, вы и сами поняли, потому что игра, блин, практически за некоторое время обогнала еще какую-то шляпу, которую я почему-то... Я ее хотел записать, но почему-то... А, у меня просто времени не было. А видите, на это я время выделил. Если вам она, собственно, интересна, то, конечно... Опа, нифига, как глава заканчивается. Приостановлено. Нифига себе, я и не знал, что так можно игру останавливать. Прикольно вообще. А это конец? Или чё? Вообще, чё? Как это понять? Это конец игры или чё это? Ладно, ребят, в следующий раз продолжим. Прикольно будет, давайте на двоечку. Эй, не... Короче, я можу... Тихо, нифига себе. Не, кстати, в принципе, на двоечку даже, в принципе, можно успевать читать. Охренительная игра. Подожди, здесь царит атмосфера, которая мне нравится. Что здесь с лицом-то? Чёрт ты. Интересный режим для блогеров вот этой хрени добавили. Скорее всего, какой обычный человек, просто чтобы не тапать, вот это выберет. Угу. И он такой, гладясь голову к тебе, такой, хочешь бухануть? На! Угу. Короче, пауза. Я играл только в одну игру. Это не Life Six, а My Story от NanoBit. Короче, чем заканчивается история? Через 8 месяцев, точнее, через 3-4 месяца она узнает, что она беременна. Через 8 месяцев беременет какой-то ее этот парень. И... Какая трагедия происходит в течение всей игры. NanoBit в каждой серии одно и то же. Но вы чего? И вы как-то рвете топы. Чего? А, как он выглядит, Даррен. Фига себе, вот это круто. Ну, короче, вот этого я выберу. Блять. Извините. Тупое чмо. Не, а вот, кстати, персонажа я выбрал. Ну, вот улыбка у нее, конечно, обезьянья. Хотел только сказать, классная актриса. Это кто, блядь? Что это? Все, охранишка какой-то. Ой, я не то выбрал. Пошел ты нахер, я не собираюсь с тобой проводить время. Мать твою, ублюдок. Блядь.
с такой блеской улыбкой. Чё ты несёшь, пёс шлудивый? Не за тебя, псина, придётся... Ты расскажи все, что ты. Кстати, забыл, что у меня тут и двойная автоигра идет. Я даже буду ускорять двойное ускорение. Ну, серии, конечно, длинноваты. Да нет, кажись. Ага. Вообще нахерачится.
Нифига. А вот и все. У меня нет кристальчиков. Надо искать кристальчики. Опа. Какой невероятный факт. Короче, мы закончили главу. Глава очень длинная, мне придется ее обвинять. Я думаю, глава раньше закончилась. Извиняйте, так что пока.